гаеськи. Меня зовут Флавиус, и мы продолжаем ловить зомби. Что же, мы остановились на том, что открыли нового зомбовыжималочку, и это у нас звездочки Патрики. Ну, по крайней мере, они очень похожи. Ну, это, как вы уже, наверное, поняли, морские звезды. И нам еще, кстати говоря, нужно вот этих вот коктейльчиков сделать. С чем мы сейчас и займемся. И давайте посмотрим, сколько у нас осталось зомби, которые нам нужно. Ага, вот этих у нас осталось один, а звездочек у нас вообще не осталось. Ну что ж, давайте тогда пойдем на охоту. Значит, нам нужно две звездочки и очень много вот этих клешнекрабых. Так, чего-нибудь мы уже создали, 1500, кстати, немножечко денежек я подзаработал, так что, ребята, можно даже будет что-нибудь прикупить. Хотя я даже не знаю, я вроде уже все купил. Давайте зайду в экипировочку. Да, ребят, я уже все купил, да, ничего нового не добавилось и, наверное, не будет добавляться. Ха, ладно, давайте выполним какой-то квестик. Так, сделать несколько мастерских заходов. 4 мастерских заходов, легко. Так, давайте посмотрим, какой у нас тут прогресс по рейтингу. Угу, нам осталось 42 зомби до нового звания. И мы в топ-1% ходим. Ну что ж, неплохо довольно-таки. Ну ладно, давайте пойдем на охоту. Возьмем наше оружие, самое лучшее, и поохотим. Текс, выходим на охоту. И берем нашу драгоценную морозильную пушку. И смотрите, вот тут этот падло такое. Давайте, знаете, что я сделаю? Поставлю вот тут мину, чтобы, если что, зомби убегали, они не сюда попали в лапы этому червяку земляному, а прямиком попали в мои лапы. Так, а зачем я стреляю? Нам нужно мозг выкидывать. Стрелять нам пока что не нужно. Так, ой, ты смотри, какие бронированные попались нам. А мы вот так вот сверху. Бац! Бац! И бац! Так, стоп, мне показалось, или вот эта звездочка на руках несла акулу? Вроде же звездочка на акуле. Что-то странное мне показалось. Ладно, ладно, продолжаем. Так... Выкидываем наш мозг. Ну, не наш мозг, конечно. Это наверняка какая-то приманка специальная, разработанная инопланетными инженерами. А может и нет, может это действительно просто-напросто чьи-то мозги. Не хочется мне об этом думать, честно говоря. Ладно, ладно, два зомби нам осталось. Где же нам их подыскать? Так, я опять забыл ранец поставить. Ну, думаю, сейчас другой возьму. Потому что этот, он как бы далеко летит, но он не такой мощный. Ай-яй-яй-яй-яй, акула, акула, отстань, тихо. Ай, нет, сожрали нашего зомбачка. Ну и ладно. Так, давайте зайдем в нашу кафешечку. Выложим, так сказать, наш улов. Хоть что-нибудь, что у нас там было. Так, вот две звездочки и ни одного клешнекрабового одноглазого пирата. Или не знаю, кто это. Ну и ладно, продолжаем заново. Текс, тидикс, тидикс, тидикс. Выходим мы на охоту. И вылаживаем мозги. Вот, кстати, знаете, мне вот эти вот морские глубины напоминают очень мультик Спанч Боб. Ну, вы наверняка его смотрели. Про губку Боба. Квадратные штаны. Тут так же самое все. Ну, стилистика такая же. Тут всякие корабли, не знаю, всякие кораллы, домики и тому подобного. Так, тут пузыречек. Нам не надо... О, смотрите, а мы, кстати, можем от этого пузыречка оттолкнуться. Уиху! Прикольно. Так, смотрите, у нас тут табличка, что там есть какой-то отель. Hotel. Это значит, что там где-то отель. А что это за отель такой? Вот это, что ли? Вот этот гамак и есть отель. Прикольно. Так, ладно. Ай, а в акулу попали. Не надо в акулу. Фух. Наконец-то мы споймали этого крашнеклебова. Точнее, одноглазого краба клешнего. Не знаю, как его называть, честно говоря. Так, 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 нет, 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 сколько препятствий. Нам все их нужно одолеть. Так, ой, нет, не одолели мы, кажись, ни одного препятствия. Эх, давай, ну же, ну же. Ах ты гад такой. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, зомби убегает от нас. Не, ребят, мне кажется, нужно тут все-таки брать Тесла-пушку, потому что... Морозильная пушка неплохая, конечно, конечно, но все же, слишком много зомби на уровне, и они все убегают от нас, поэтому я предлагаю поменять орудие ловли и взять драгоценнейшую, родную и старенькую, но удаленькую Тесла-пушку. Ну, потому что она с одного выстрела может несколько зомби сразу с собой взять. И это очень лучше. И когда они возле препятствий пробегают, мы ведь тоже можем стрельнуть по препятствию.
а попадем в зомби. Так что, наверное, все-таки Тесла-пушка это лучшее, что есть. Единственный ее минус, что нужно целиться. Но, в принципе, это единственный минус. У той пушки минус, что она слишком много забирает, слишком мало у нее припасов, боеприпасов. Ну, в принципе, видите, везде есть свои плюсы и минусы, конечно, но я выбираю Тесла-пушку, потому что по нескольким целям она может работать, так сказать, по АОЕ. АОЕ, ребята, это способность, которая направлена на область, ну или на несколько противников. Так, что же, выходят зомбачочки, и вот так вот стреляем, и просто их ловим. И у нас еще, причем осталось из 7 снарядов, тут, кстати, еще меньше снарядов, чем у морозильной пушки, тут их 7, у морозильной 8. И представьте, мы, в принципе, даже сэкономили, ну, не весь боезапас разрасходовали. Тут, в принципе, с 5 запасами можно выходить на уровень. Да, я так считаю. Так, покупаем, затариваемся всем необходимым оборудованием и от винта. О, тем более морозильной пушкой мы никогда не сделаем X4, как вот мы это сделаем здесь. Я же надеюсь, сделаем. Ах ты ж, гадина такая, вы посмотрите. Так, давай. Опа, есть, X4. Да, а с помощью морозильной пушки такого не добиться результата. Опа, есть, и акулу мы споймали, так, и тебя мы сейчас поймаем. Ух ты, год. И, кстати говоря, она намного дольше стреляет. И, ребята, у нас почему-то закончились патрончики. Сколько у нас тут? А, нет, 2 осталось. И смотрите, мы здесь можем сделать X5. Интересно, мы сможем сделать этот X5? Нет, это рискованно, просто тут на этом уровне 12 зомби попалось. Прикиньте, так много. Еще столько много не попадалось мне. Ну, ладно. Так, смотрите, попали мы в медузу, а споймали X3 зомби и еще 3 медузы. Так, а ну стоять. Так, русалоньки, не... А, нет, русалоньку сожрал этот червяк очередной. Ну и ладно. Сейчас наша главная задача ловить как можно больше зомби. И мы с этой задачей, в принципе, справляемся. Так, давайте зайдем в кафешечку. Закинем туда наших морских звездочек. И, в принципе, сколько нам тут еще осталось... Сколько у нас этих клешни-крабов? 4. Нет, еще их нужно, еще и еще. Так что пойдем охотиться. Я уже хочу посмотреть, какой здесь босс будет. Мне уж не терпится. Так, берем Тесла-пушечку. Давайте что-то для разнообразия возьмем. О, давайте за Бада побегаем, потому что я за него мало бегал, там пару серий всего лишь. Думаю, для разнообразия будет неплохо. Так, где наша Тесла-пушечка? И у нас здесь 9 зомби, которых нам нужно споймать. Прошлый уровень, прикиньте, 12 зомби было. Это, конечно, очень много. Еще столько не встречалось. О, деталька. Уху, класс. Одна гайка нам досталась. Ну, это прикольно. Так, тут что, X3 можно? Не, X4 нельзя сделать. Только X3. Ой, смотрите, плутониевый зомби. Так. Есть. Плутониевый зомби, он на осьминожка похож. Ну, по крайней мере, он в костюме осьминожка. Кстати, вот плутониевый зомби, ну, он какой-то странный. Он вроде во всех уровнях одинаковый, но только разные костюмы одевают на себя. То он Санта-Клаус в зимней был зоне, то какой-то фермер в болотной зоне. Ну, то есть, как... Он один и тот же, просто он маскируется постоянно, гад. Ой, фух, ребят, смотрите, мы почти перед червячком его споймали этим гадким. Он уже высунулся из своего убежища. Ай. Ай, больно. Так, а интересно, а бат не поржавеет в этой воде? Как бы, ну, тут же как бы вода вокруг, а он как бы робот. Странно. И, кстати, как-то он по масштабам очень маленький по сравнению с этими зомбами. Как-то даже AJ больше кажется. А хотя на картинках AJ меньше бада. Это странно, ребята, странно. Ну да ладно, не будем обращать на эти странности и идем в нашу кафешечку. И закидываем сюда наших зомбачков. И сколько нам тут еще осталось их сделать? Достаточно ли у нас? Нет, еще по идее 240. Еще нужно двоих зомбачей поймать. И в принципе можно. Ай, стоп, мы квест не взяли. Принять задание на мастерские заходы. Я и забыл. Так, ну ладно, давайте возьмем наш бада. И поохотимся. Так, тадык. Так, давайте вот тут сразу Тесла-пушку поставим, точнее Тесла-мину, чтобы на всякий случай, если зомби сюда вдруг захотят убежать, то они не смогут этого сделать. Опа,
Опа, давай, давай. Ну, в принципе, да, они и не смогли этого сделать. Фух, на грани было. Так, поднимаем неиспользованные заряды и продолжаем наше движение. Так, ай, вот эти медузы, они мне тут будут мешать. А давайте я, знаете, как поступлю. Вот так и вот так. Ай, ну больно же, что вы делаете-то, а? Так, есть, и всех тут мы споймали. Так, а смотрите, здесь какие-то лежаки такие прикольные. Можно, в принципе, позагорать. Тут пальмочка, это как островок, наверное, какой-то. Правда, он какой-то заросший мохом уже, но ничего страшного, думаю. Так, выкидываем мозги и... И вот так вот ловим всех, абсолютно всех. Две акулы, три зомби, медуза. Замечательный улов. Так, червячок, ты нас, думаю, не съешь? Мы же... Ух ты, смотри, хотел меня съесть, хотел укусить. Зараза такая. Ну ладно, ладно. Текс. Давайте зайдем в кафешечку и положим сюда наших зомби. Так, все, да, ребят, все. И, кстати, смотрите, нам остался только один уровень, вот этот подземный, и все, дальше уровней нету, ребят, все. 89-й, 80-79-й, 81-й, 83-й уровень, и все, это конец. Так, ну, не знаю, может, дальше там что-то будет, ну, просто, может, мы будем как-то, не знаю, на уровень работать или еще как-то, ну, не знаю, ладно, касаемся. И получаем новый уровень улучшения для наших звездочек морских. Ну что ж, давайте сделаем это улучшение. Нам их 120 штучек надо. Давайте я вот так вот сделаю. Вот, проапгрейджу на максимум. Вот, чтобы тут было 65 зомби, чтобы нам меньше было бегать. Что тут нам еще нужно? Арбузика сделать нам нужно. 180. Где тут наши арбузики? Арбузные зомби. А я ж могу сюда нажать. Я все время так пролистывал, а я могу сюда нажать, и оно быстренько пролистается. Так, и все, в принципе, да, и 120 звездочек морских, и... А, нет, стоп, вот этих. А, так этих у меня куча тут. Так, давайте проапгрейдим вот так вот на максимум. Так этих у меня вообще есть все, что необходимо для следующего уровня. И наверняка мы увидим нового зомби. Ну, я так полагаю, по крайней мере. Так, нажимаем и делаем. Так, все, значит, осьминожков мы сделали. Теперь арбузиков давайте сделаем еще две партии по 65. И у нас будет все готово, ребята. Быстренько сейчас все активируем. Так, арбузик, где ты? Давай, прокачивайся. Все, ребята, сейчас открываем новый уровень. И, наверное, будет новый зомби. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. 79-й. И да, ребят, новый продукт. Это какой-то кальмар, что ли? Не осьминожик, потому что, видите, у него голова такая вот треугольная. Это, похоже, кальмарчик. А ну-ка. Так. Dancing Squid. Не знаю, что это такое, но покупаю. Так. Ага. Отсюда выучил все танцевальные па. Мне по силам только танец робота. Так, ребят, ну что ж, похоже, кальмар делается, ну как бы это было ни странно, из осьминожков и морских звездочков. Ну, поскольку морских звездочек у нас нету, поэтому нам нужно их где-то достать. Так, это получается, нам нужно 3 морских звезды. Что-то нам еще нужно суши сделать нам надо бы. Так, давайте заправим сразу. А, и давайте улучшим эту выжималочку на максимум, чтобы она нам приносила больше прибыли. Так, и нам нужны леденцы. Леденцы, они вот здесь у нас. Так, ну, в принципе, все, ребят. На этом, наверное, я буду завершать. В следующей серии я буду ловить кальмаров. Ну, точнее, не кальмаров, а морских звездочек для того, чтобы их сделать. И открывать уже последние 2 уровня. Да, вот наше путешествие приближается к концу. Ну, а тем временем, с вами был, ребята, Флавиус. Всем пока!